Пьер и Жиль – французские художники, творчество которых довольно трудно отнести к определенному жанру. Многие называют это фотографией, другие – рисунком с элементами коллажа. Ведь работая над картинами, Пьер и Жиль используют все эти техники – фотографирование, рисование, наложение, коллаж. В результате портреты многих знаменитостей становятся больше похожи на китчевые иконы, нежели на классические портреты. Но это не смущает звезд. Многие актрисы, музыканты, порнозвезды все считают хорошим тоном заказать портрет у французов. Бой Джордж, Катрин Денёв, Майкл Джексон, Мадонна, Принц, Жан-Поль Готье. Вот только некоторые клиенты Пьера и Жиля. Также художники сотрудничают с Мэри Клэр, Плейбоем и другими знаменитыми журналами. Оформляют обложки дисков. Пьер и Жиль – пара не только в творчестве, а не пара и в жизни. Глубокое знание друг друга позволяет им добиваться удивительной гармонии в творчестве. Сначала парни делают набросок, придумывают, в каком амплуа они представят того или иного героя. Затем тщательно выбирают материалы и аксессуары для декораций. Особое значение уделяется освещению. Ищутся ракурсы, пробуются светофильтры. Что касается костюмов, макияжа и причесок моделей, их Пьер и Жиль отчасти выполняют сами. Итак, Пьер фотографирует композицию, после чего Жиль рисует. Он наносит слои краски и глазури, доводя изображение до совершенства. Границы реальности исчезают. В конце делается рама, и это не формальность, ведь в работах Пьера и Жиля рама – логическое продолжение фотокартины. Значение имеет каждая деталь.